Дорогие друзья, свое 80-летие отмечат ОКБ «Сухого» – легендарное российское авиационное конструкторское бюро. 80 лет назад был дан тот импульс, который позволил создать более 100 типов самолетов и их модификаций, выпустить в небо более десятка тысяч машин. Именно на самолетах, созданных ОКБ «Сухого», установлено порядка 70 мировых рекордов. Сегодня перед компанией «Сухой» стоит ответственная задача – серийное производство первого и пока единственного российского истребителя пятого поколения Су-57. Желаю вам здоровья и благополучия, удачи, добра и, конечно же, мирного неба. Примите самые теплые и искренние поздравления. С праздником вас, космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Алексей Овчинин.